Ай, давай, что ты делаешь? Все равно пьет поворотом. Выше! Мазила! Черт! Да что ж такое? Ну-ка, подкрути его. Что у нас происходит? Сколько можно телевизор сломаться? Соскучились по мне? 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 Многие из вас помнят меня по летнему экстремальному марафону от Рипкёрл, в котором я занял 8-е место. Меня зовут Ельчининов Андрей. Мне 33 года, родился и живу в Москве. В повседневной жизни я менеджер по логистике. А в свободное от работы время я люблю заниматься экстремальными видами спорта. Моя мечта заняться серфингом в Португалии, поэтому я участвую.